Временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Артюхов в Москве провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы и инициатором проекта «Будущее Арктики» Владимиром Пушкаревым. Они обсудили масштабную экологическую акцию, проходящую на территории региона. По словам Дмитрия Артюхова, Ямал всегда уделял пристальное внимание сохранению окружающей среды. На территории нашего округа уже несколько лет успешно реализуются крупные экологические акции, и проект «Будущее Арктики» доказал свою состоятельность. Он проходит в округе уже второй год. Сейчас экодружины работают в 8 ямальских муниципалитетах, в том числе и Муравленко. По словам Владимира Пушкарева, в муниципалитетах округа сформированы отряды по 15-20 человек. Добровольцы выходят на уборку городских территорий каждые выходные. Это волонтеры, которым не безразлична судьба родного края. В этом году у проекта есть принципиальное нововведение. Участники генеральной уборки используют GPS-маячки, чтобы отследить нерадивых предпринимателей, которые вывозят мусор в лесные зоны и на другие экологически чистые территории. Всего закуплено 32 GPS-датчика. 4 из них будут регулярно циркулировать по окружной столице Салехарду. Остальные помогут добровольцам из нашего города и других муниципалитетных образований округа.